Мы тоже пытаемся выйти на связь с таксопарком Lango Group и понять, почему не выплачиваются деньги водителям. Потому что с нашей стороны все проведено давно, в декабре-январь мы еще раз проверили, все деньги ушли. Дальше таксопарк должен рассчитаться с водителями. Нам он говорит, что сейчас это не может сделать технически, потому что какие-то проблемы со счетом и так далее. В принципе, мы по такой схеме работаем, там, не знаю, с десятками тысяч парков вообще в России. Она устоявшаяся. Вы знаете, что мы напрямую с водителями не работаем, если это не индивидуальный предприниматель. Вот, собственно, сегодня мы встретимся с водителями, с инициативной группой, чтобы донести как бы нашу позицию, выслушать их, какие-то общие точки найти, как это можно решить. И, в общем, надеемся очень на конструктивный диалог. Собственно, со своей стороны подчеркну, что мы свои обязательства выполнили и, конечно, тоже не понимаем, почему парк не выполняет свои. Нас, в общем, то же самое, говорит примерно то же самое нам, что и водителям, о том, что на днях начнется выплат. Очень надеемся, что это произойдет. Скажите, просто такие случаи уже были раньше? Такие случаи единичны. Вот, на моей памяти это второй случай. И, конечно, это неприятно всем. Ну, собственно, страдает репутация Яндекс.Такси, страдают водители. Ну, на самом деле, в первую очередь, конечно, водители, во вторую очередь, все остальное. Но нам неприятно, что это падает на нас, как бы, с точки зрения репутации. А чем закончился первый случай, если не секрет? В первом случае все выплатили, просто немножко с задержкой. Но это было не здесь, не в Казани, это вообще в принципе. Скажите, просто вот такой вот интерес. Насколько мы знаем, водитель может работать и без, так скажем, таксопарка, то есть работать вот сразу как бы с Яндексом. Чем, на ваш взгляд, вызвано тем, что люди идут в подобные таксопарки, платят, получается, еще одну комиссию, и в итоге, в общем-то, это заканчивается? Ну, это хороший вопрос. Во-первых, действительно, вы правы, что водители могут напрямую подключаться к Яндекс.Такси платформе, если они индивидуальные предприниматели, самозанятые. Собственно, вот Республика Татарстан входит в эксперимент в России по самозанятым. Ну, кто-то, условно говоря, не хочет становиться индивидуальным предпринимателем, кто-то не хочет становиться самозанятым, им проще работать через таксопарк. Собственно, с Lango Group никаких проблем не было. Там три года последние, как мы с ними работаем, в 2016 году с ними подписали соглашение, и это был один из таких крупнейших партнеров наш в Казани. Ровно поэтому у нас никаких причин там не доверять ему до сих пор не было. Не все водители ясно могут понять некие, так скажем, законные вот взаимоотношения между, получается, Яндексом, таксопарком и, собственно говоря, водителем. Вы могли бы немножко как бы более подробно объяснить как бы законные, вот на основе как бы закона, договоров, ваши как бы нюансы, ваши взаимоотношения с таксопарком, как бы Яндекс и таксопарк, потому что они как бы винят вас. Они как бы винят нас, потому что, условно говоря, вот есть центр, водительский центр, есть куда прийти, и понятно там, что как бы программа называется Яндекс.Такси. По факту, как бы мы, еще раз подчеркну, очень давно, с самого начала основания там сервиса, очень давно работаем только через таксопарки, только через юридические лица, и, конечно, готовы там объяснить это водителям, но, в принципе, вся система, которая действует в Казани в том числе, она построена на такой же системе, как действует там по всей России. И там, условно, в Казани, мы сколько уже, 3 или там почти 4 года, всегда происходило вот так. То есть мы перечисляем деньги партнеру, партнер перечисляет деньги водителям, и как бы все было нормально до сих пор. Ну, все сейчас нормально, вот за исключением этого случая. А какие-то санкции у вас будут в отношении Lango Group? Ну, мы уже их отключили от сервиса, как минимум, чтобы не платились новые долги перед водителями. И это, в общем, ну, мы хотим, мы надеемся, что это, ну, ускорит как-то выплату водителям. А следственные, может быть, какие-то к вам уже обращались по пока поводу? Пока не обращались. Мы не можем за водителей как бы подать иск, потому что мы формально, у нас процессуальное законодательство так в России устроено, что мы от имени кого-то не можем подавать иск, если мы не его там юридический представитель или адвокат. Но если водители решат подать как бы иск, то у нас есть, там, условно говоря, процедура, по которой мы раскрываем правоохранительным органам, передаем документы, передаем информацию, мы это, конечно, сделаем. В смысле, мы готовы. Об этом. Но я так понял, раз вы держите связь с Lango Group, они как бы не исчезли, как бы не растворились. На связь они не выходят, скажем так. То есть мы действительно были на связи в начале прошлой недели, и нам действительно представители Lango Group говорили, что вот-вот начнутся выплаты, пока этого не произошло, и мы тоже теперь на связь с ними выйти не можем, к сожалению.